Всем привет! 26 апреля на телеканале «Россия-1» состоится премьерный показ восьмисерийной военной драмы под названием «Мур-мур». По сюжету все действия происходят в 1944 году в небольшом городке, который совсем недавно освободили от немцев. Его захлестнула волна дерзких ограблений. Справляться с бандой преступников, которую возглавляет беглый рецидивист, приходится местному отделению полиции. А в нем служат одни женщины. По этой причине муранский уголовный розыск местные жители стали ласково называть «Мур-мур». Ежедневно Марьяна, Александра, Агата и Оксана, едва ли управившись со своими домашними делами, отправляются на службу в местный отдел милиции. Пока мужчины на фронте, хрупкие девушки рискуют собой и благополучием своих близких, чтобы защитить жизни горожан от опасных преступников. В один из дней в городе появляется комиссованный по ранению фронтовой офицер Семен Марков. Он случайно отстал от поезда и сразу же оказался в самом эпицентре событий. А также он привлек внимание жителей Муранска.